Buenos días. Всем привет. Как дела? Good morning. Всем привет, ребятки. Так, и что же у нас сегодня на завтрак? Кстати, Ксюше немножечко полегче, да? Голова периодически болит, но она немножечко такая поактивнее, чем вчера. У нас тут хлебушек, хотел сказать ржавый. Почему мне слово ржавый в голову пришло? Ржаной хлебушек такой серенький. Так, маслице, колбаска, сыр, донат. Кто еще не съел, кушайте. Было 4 штуки, один Макс съел, по-моему. Так, все. Девчонки пьют какао. Маргарита, ты будешь какао? Она не любит. Не любишь? Пьют какао, а я буду пить чай. Зачем полез? Куда полез? Что ты хочешь, я тебе достану? Чашечку? Какой красивый хлебушек вчера купили. Люблю такой. Я еще люблю с такого сухарики делать, очень вкусно. Так, донат кто-то не съел. Чей кусок? Я съем. Привет! Скажи всем привет! Такой какао папа купил, потом в пакетиках просто засыпаешь. Он, наверное, с сахаром уже. Она сидит уже на пакетах, смотри. Папа, папа ее отвезет сейчас? Каролина уезжает опять. Я думала, что она... К сестре двоюродной. Ты витаминки пила? Какие? Вот такие вот. Вот такие вот мы витамины пьем. Вот такие вот таблеточки, шипучки растворяются в воде. Витамин С. Это тоже витамин. Я не делю. И вот еще витамин. Это магнезия. Ну вот и хорошо, вот и пей. Одну в день. Тебе нормально будет. Я-то думаю, чего они так лакомили? Зачем ты это делаешь? Не знаю. Она только недавно ногти красила. А почему сейчас не покрасила? У тебя вот это еще, вот эти клеятся еще? Или да, уже не но нету совсем все. То есть они не все подходят. Недолго держатся. Мама, накраси ногти. Сейчас? Черный. Черный? Да. Мои золотые. У тебя еще ногти не высохли, поэтому. iPad mask. Это iPad. А, смотри, у меня тоже остались внутри. А как правильно? Вот так? Да, вот так вот. Не так большой. Вот так? Пать. У меня порвался один. Все, у меня высохли. Золотая. Привет. Ау! Это больно. Мама, у меня и... У меня золото там есть. Наверх смотри. Я везде видела огурцы. Огурцы на глазах? А зачем тогда патчи, если есть огурцы? Ты уже выбросил. Нет, мне нужна эта формочка. Зачем? Ты будешь патчи сама делать? Патчи сама делать. Можно делать, только желатин надо покупать. Видите, Ксюша уже все нормально. Она один день поболела, теперь вон. Обалдеть. Это зубчик. Ксюша зеленая. Оставь мой телефон. Какая красивая черепашка, ниндзя. Телефон дай. Потуже. Я опять лайкаю комментарии, читаю, пока они открыты. Вот, уже 1100 комментариев. Бонни такое лицо, она думает, блин, за что мне такая хозяйка досталась? Все, я снимаю, тебе не нужны? Буп, на, лови. Кидай, раз, два, три. Почему твои такие тоненькие? Не знаю. Твои очень тоненькие. Ой. Мама. Я первый раз патчи делала. Какая разница? Я второй раз. Вы уже видели вот эту вот машинку, которую я лицо чищу. В общем, я пока ее тестирую. Не буду насчет нее ничего пока говорить. Хорошая, не хорошая. Но пока что я ее сама тестирую. И если от нее будет какой-то хороший результат, то я скажу, что за аппарат. Может быть, кто-то уже знает. Так, испечь торт не получается, так как у меня вот столько меда, мне нужно больше. Ну, я сказала мужу, чтобы он купил, поэтому немножечко подождет наш торт. Пока папа не приехал, не привез мед, буду готовить ужин. Такая вот молодая картошечка, да, она у нас даже зимой есть. И я так сильно завязала, что мне придется порвать пакет.
Сейчас я поставлю вариться картошку. Миленькая картошечка. Ты скачала это, что ли? Нет. А что это? Смотри, вот так, потом... Типа антистресс, что ли, такой? Теперь же есть вот это. Чего только не придумают, а? Все, будем ужинать, никого не будем ждать. Маргарита, нет? Папа уехал, не приехал. Нет, мне не привез, поэтому все. Ну их! Я больше не хочу. Я хочу кушать, да? Так, давай сюда это... Вот этот вот остренький, если кому-то надо острый. Я люблю острый. И сюда будем класть сыр. Она будет нагреваться и плавиться. Картошку сейчас я достану. Нет, это не такое. Вчера был очень вонючий. На всю квартиру воняло сыром. Сколько положить? Ну, пока 3-4. Картошечка варится, наверное, уже сварилась. Проверим. Почти. Еще не до конца. Чуть-чуть. Такой вот у нас сегодня ужин. Брокколи, картошечка вареная молодая, перчик, огурчики соленые, кукурузка. Креветки. Перчик можно поджарить. Сосиски куриные. И сыр. И Ксюша. И Макс. Приятного аппетита. Маргоша пришла. Как погуляла? Где гуляли? Возле школы? То есть в школе. В школе? Привет, моя, ты уже стащила. У Ксюши упала картошка с сыром, и она быстренько раз, и все. И съела. Она картошку не съела. Ну, картошку она не ест, а сыр она ест. Да, Монь? Все в мамку. Все в мамку, конечно. Мы сейчас снимали челлендж. То есть не челлендж, а Маргарита, в общем, красила папу. Она ему делала макияж. И папа уже смыл макияж. Столик после съемок. Ребят, я решила научиться краситься. Это сзади не видишь? Я не умею, у меня не получается. Просто какой-то зеленый макияж. Не получилось. Просто делать нечего. Мама, мне не получается. Не хочу идти. Так ты вообще все хочешь стереть? Да. Почему? Потому что мне не нравится. Ты сколько хотела зеленый? Да. Сделала. Что, некрасиво? Красиво. Че ты смешно? Че смешно? Че смешно? Че? Че смешно? Красиво ей идет? Смотрите на эту зеленую красавицу. BTS! BTS! Я уже начала печь тортик. Это только я, наверное, в 12 часов ночи пеку торт, потому что хочу торт. Не потому что день рождения, а потому что просто хочу. Что ты делаешь? Ты так не делай. Она тебе в горло залетит. Маргарита, это не шутка. Она прилипнет там. Ты чё? Ты видела? Да. Видео, когда на губах. Так она же не в то горло тебе залетит, и там застрянет и приклеится. Ты чё? Хватит. Иди давай крем делай, взбивай. Берем маскарпоне. Хватит дурачиться. Берем маскарпоне. Маскарпоне и берем сливки. Вот. Смотри, сначала взбиваешь на медленном. Чи-чи. Сначала на однерочке. Потом со временем будешь прибавлять. Сейчас пока вот так взбивай. Дальше проделать тесто. Пока не загустеет. Ну нормально держи. Ты еще пальчиком одним держи. Маргарита. Сейчас упадет. Почти 3 часа я еще пеку. С ума сошла, да, наверное, скажете? Делать мне больше нечего. Ну и все. Первый коржик сделаю, я теперь вот так вот делаю большие, так быстрее. Второй. И думаю, здесь еще на 2. Всего будет 4. А девчонки тут уже не спят. И не хочется спать, да?
Что тут у тебя интересненького? Масочка, смотри, они маленькие стали уже, да? Вот эти вот орбизики, они были большие изначально. Видите, смотри, как они уже... Или высохли они, или как, да? Почему они маленькие стали? Ну, потому что влага испаряется, высыхают они. Я вот эти не сплю, маленькие. Потому что когда я с этим сплю, мне плохие сны снятся, не знаю. Вот почему? С этой маской, да. Плохие сны? Знаю, значит, она какая-то нехорошая. Она хорошая. У нее плохая энергетика. А вот с этой маской? С этой нет. Только вот с этой? Да. Самая первая? Да. Больше никто с ней не спал? Каролина. Каролина? У Каролины всегда кошмары тоже снятся. Угу. Каролина вечно у нас ночью просыпается, она разговаривает во сне, она встает, она может встать, и она даже сама... Ну, включил лунатик. Она сама не понимает, что она стоит или идет куда-то. Она любит у нас лунатить. Давай спать уже. Mm-hmm. Маргоша тоже не спит. Я Бонни. Давай. А? Да. Смотрите, какое у нее красивое. Прям небо звездное. Дай мне тоже поспать с твоим светильничком. Смотри, как классно светит на пальму. Я знаю. Обалдеть. Я тоже такое хочу. Посмотрите, как классно. Это просто звездное небо. Пойду я допекать, а вы спите. Так, все, у меня готово. Все коржики испеклись. Сейчас я их буду собирать. Тут у меня крем. Сейчас уберу в холодильник. Я хотела посыпать сверху крошку, но, видите, ее нужно измельчить. А я сейчас шуметь не буду. Мне нужно блендером, в общем, это все измельчать. Поэтому я так оставлю до завтра. Она как раз получше подсохнет. И тогда завтра я уже посыплю сверху. Вот так я уберу в холодильник. Буду я собираться спать. Все уже спят. Так что на сегодня влог заканчивается.